Это просто шокирующая история. Челябинка специально не лечила ребенка с серьезной патологией своего сына. Женщина намеренно прятала от врачей. В итоге стала фигуранткой уголовного дела. У ребенка инструктивная гидроцефалия. Мать не лечила ребенка с 2018 года. Она игнорировала приход медиков. Врачи, которые по закону должны наблюдать детей инвалидов, несколько раз пытались достучаться до матери, но та попросту не открывала двери. В итоге сейчас лет Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщине вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним. Женщину хотят лишить родительских прав.